это вторая семья, потому что вот именно на этой целине после этого года вот я съездила первый раз, и я обрела такую вот маленькую частичку, скажем так, вторую семью, вложила туда свою частичку. И они, правда, для меня вот все родные. Я каждого знаю, как, я не знаю, как влюбленного. В первую очередь я горжусь тем, что наш отряд взял знамя международной студенческой стройки «Север» в Якутии. Это была очень большая работа, пройденная нами, и это самая большая гордость нашего отряда за этот год. Я в отрядах с первого курса, и это моя вторая семья. Здесь я каждого знаю, и те знакомства, которые я обрел, они просто бесценны. Я очень рад, что познакомился с такими ребятами, и наша дружба будет очень крепкой. В этом году я уже третий год в отрядах, и этот год был самым значимым для меня, потому что мы забрали знамя стройки, межрегиональной студенческой стройки Уренгой-2022. Это наша большая победа, мы к этому очень долго шли, старались, было много потрачено сил, и я очень рада, что именно в этот момент я оказалась в отряде. Никогда бы не подумала, что буду сидеть с ректором рядом, что буду с ним коммуницировать лично, и это очень приятно, что благодаря отрядам есть такая возможность.